Как только БелАЗ показал гибридный самосвал модели 7513М, зрители задали нам вопрос: а действительно ли 130-тонная махина примерила маломощный ярославский движок только по причине санкций? Ведь санкции были введены недавно, а создание такой машины — процесс не быстрый. На самом деле, в отношении Беларуси санкционные ограничения были введены намного раньше, чем против России. Еще прошлым летом. И в Жодино сразу начали подыскивать альтернативу 12- и 16-цилиндровым моторам МТУ и Каменс, одной из которых стало создание гибридной системы. А помимо гибрида, белорусский производитель начал рассматривать менее экзотические варианты. Например, для очень больших машин грузоподъемностью 240 тонн примерили перспективный тяжелый дизель Уральского дизельмоторного завода, который входит в периметр промышленной группы «Синара». Этот агрегат помогала создать немецкая инжиниринговая фирма FEV. На выходе получился 70-литровый V12 отдачей около 2500 сил, который, помимо прочего, также начали ставить на подводные лодки. Вообще, с 80-х годов и вплоть до 2007-го БелАЗ уже применял двигатели УДМЗ. Правда, то были куда более архаичные конструкции. Поэтому для моделей среднего класса решили попробовать китайский Вейчай. Это 40-литровый тысячесильный мотор, который неплохо подошел 90-тонным БелАЗам семейства 7558. В гамме белорусской марки карьерная техника, оборудованная поднебесными агрегатами, числится вот уже 2 года. Есть у БелАЗа и 130-тонная модель 7513D с 50-литровым 16-цилиндровым дизелем и еще более крупная 220-тонная модель 7530G с огромным 12-цилиндровым мотором объемом 66 литров и мощностью более 2300 лошадиных сил. В свою очередь, компания «Калужский двигатель» предлагала белорусам применять не поршневой, а газотурбинный мотор. Предполагалось, что 800-киловаттная установка сделает БелАЗы проще, эффективнее и экологичнее. С прошлой осени об этом проекте не было слышно ничего, однако 30 июня «Калужский двигатель» сообщил, что самосвал впервые выкатили на заводе в Жодино. В общем, МТУ и Каменс — моторы однозначно хорошие, однако заменить их можно китайскими, уральскими и, как выяснилось, даже ярославскими аналогами.